Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Максим159, и сегодня у нас обзоры мода в Майнкрафт. Сегодняшний мод добавит на Майнкрафт Lucky Block. Но сегодня у нас не обычный Lucky Block, а новый Lucky Block, обновленный синий Lucky Block. На моем канале уже был обзор этого мода, это был желтый Lucky Block, но теперь это обновленный синий Lucky Block. Что в нем нового? Новое в нем, конечно же, это текстурка, вы уже видите. Ну и второе, это вещи. Здесь вещи другие попадаются. Ну, также есть те, которые были и в первой, и в первом Lucky Block, но также есть и новые. Ну, давайте сейчас все рассмотрим. Сейчас будем ломать Lucky Block. Так, ломаем. Ну и первое, это, конечно же, несчастливый, как всегда. Пьем молоко, специально для этого я взял молоко. Так, окей, делаем мирный. У нас и так мирное было. Так. Ломаем, ну, зачарованный столик. Предмет, эти инструменты. Так, далее раздатчики. Роза. Железный блок можем добыть. Всякие железные... Ой, железные слитки. 9 штук. Сундук. Вау. Неплохо. Очень даже неплохо. Защита. Так, Lucky Block следующий. Ну, это Lucky Book. Мы уже с этой книжкой знакомы. Как вы помните из прошлой части. Если вы не смотрели, то ссылка в описании на желтый Lucky Block. Так. О, вот этого вот вроде бы не было. Давайте посмотрим, что он продает. Блин. Ладно. Простите, свинки. Я хочу посмотреть, что он мне предлагает. 20 пшеницы на изумруд. Ну, вроде бы норм. Вроде бы обычный житель. Так. Мистеры овечки. Изумрудный Lucky Block. Ой, изумрудный Lucky Block. Изумруд. 9 изумрудов. Так, далее Lucky Block. Золотая всякая бронька. Ой, криперы, свинозомби. А, это свинюшки, только что их ударила молния. Так, Lucky Block, о, гигант, это уже было. Так, это было. Золотые яблоки были вроде бы. Так. О, морковки не было. В прошлое я точно помню, что морковки не было. Шлема тоже не было. Ладно, специально для этого. Вот так вот есть, вот так. О, яйцо призывания. Вроде бы такого не было. Так, давайте еще всех призовем. Не зря ли я... Ой, зря ли я... Открывал этот Lucky Block, чертов. Господи, сколько я тут всего натворил. Так. Ай, ай-яй-яй-яй. Ладно. Давайте опять мирный поставим. Они сбивают. Так, броня. Вот, бронька есть новая. Очень даже неплохо. Так, ставим дальше. Ну, овечки опять эти мистеры. Что? Гриб. Only hub. Окей. Как это было? Это вроде бы было, губка. Голова, две головы. Так, всякая рыба, ну и дальше вы все видите. Так, давайте сразу подряд откроем, посмотрим. Ай-яй-яй, так, что тут? А, не успел. Не успел посмотреть, что у нас в сундуке. Давайте открываем Very Lucky Block. Все мы помним, что Very Lucky Block это плюс 80 к удаче. То есть этот очень счастливый будет, и здесь что-то хорошее. Так, ну... Алмазные ботинки. Так, давайте немного Вэри. Открываем. Так. Так. Вроде бы ничего плохого пока что нам не попалось. Хотя инструменты вот эти. Ну, это все Вэри Lucky Block. Ладно, давайте обычно теперь Lucky Block открывать опять же. Так. Яйцо дракона. Неплохо. Очень даже неплохо. Опять яйцо дракона. Портал Вент.
Неплохо. Неплохо. Так. Где мой микро? Так. Кстати, нагрудник, лаки нагрудник. О, господи, твою ж. Давайте лучше запишем это. Загружаем. Так. Что тут у нас еще есть такого прикольного? О, прикольная штука. Сохранилась в первой версии лаки-блока. Мне эта штука понравилась. Так. Открываем тут всякие механизмы. А, блин. Мне кажется, нормально я не проведу. Опять регенимся. Так. Стрелы, лук там. Вот такой вот. Вот такие вот вещи мы можем получить с синего лаки-блока. Ну и давайте, наверное, еще где-то напоследок штучек 10 протестим и, наверное, все. Ну или штучек 43. Да. Поэтому давайте продолжим. Так, первый, да, Боб. Ох, как я тебя ненавижу. Тебя мы замочим в креативе. Начинаем. Так, это будет долгое зрелище, но я хочу посмотреть, может быть, с него выпадет какая-то крутая шмотка. Так. Так, из него выпала суперская овер 9000, супер гнилая плоть. Так, далее. Так, раздолбать мы не можем. Всякая фигня для библиотек, лаки пик, свинка. Особенная лаки свинка. Так, далее. Золотые слитки. Яйца призыва, всякие энд-порталы. Ну, а что интересного? О, сундук. Обожаю эти сундуки. Иди нафиг. Прикольно. Так, инструменты. Опять, о, не-не-не-не-не-не-не. Идите нафиг. Так, давайте пораставляем блоков. И сейчас будем тестить. Так. О, кстати, яблоко мне понадобится. Нагрудник. О, опыт. Опыт. Сколько уровней? Сейчас посмотрим. 10 уровней. Неплохо. Так. Так. О, вау, счастливый сундук. 2 золотых яблока, которые фиг знает как крафтится. 3 железных слитка, 1 золотой слиток, 3 алмаза, 4 железных слитка. Офигеть, еще сундук. Офигеть. Вот это круто. Прикольный баг. Реально, четко. Сделал баг с помощью лаки-блока. Так. Это на самом деле двойной сундук. Так. Как это может быть? Ладно. Так. 2 лаки-блока. 3 золотых. Слитка, золотое яблоко. Вау, счастливый. Действительно счастливый лаки-блок. Так. Вау. Сколько всё подряд хорошего-то идёт. Это что, мне так везёт, что ли? Или это я просто взял... Лак 80? Нет, это не лак 80, это обычный. Нет, блин, только сказал про удачу. Так, опять. Пусто? Пусто? А, нет, кони, пусто. Такого не может быть, это же лаки-блок. Так, книжка. Опять ерунда. Уже вроде бы... О, офигенно. В эту ловушку можно не попасть, если сразу будем отходить назад после постройки этой ловушки. Так что... Сразу же, когда построили ловушку, сразу же отходить назад. Так, ничего, всякая ерунда. Мне кажется, что тут уже все мы прошли, и все идет уже по второму кругу. Мне так кажется... О, красителей еще не было, и давайте пройдемся по всему
что мы только что получили. Так, очень даже неплохо, я вам скажу. Синего лаки-блока, тем более со сталькии, получили вот столько всяких крутых шмоток. Давайте еще. О, зельки. Прикольные зельки. Так, два седла. Тоже неплохо. Инструменты, инструмент. Два раза подряд. Броня. Стрелы, губка. Не, мне кажется, уже дальше все идет просто по второму кругу. Нет, не ошибался. Ну давайте, наверное, уже напоследок, все-таки реально напоследок, возьмем несколько лаки. Так, алмазные ботинки. Неплохо. 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 О, опять же неплохо. Сколько? Офигеть. Так. Опять неплохо. Опять. Очень даже неплохо. Вот такие вот шмотки. Лопата и последний. Не, ладно, это будет предпоследний. Офигеть. В конце обзора желтого лаки-блока мне тоже самое выпало. И давайте, наверное, на этом уже закончим. И как бы два раза подряд в конце мне выпала одна и та же вещь. И это очень даже круто. Может быть, намек на что-то. Ну, как мы видим, сзади... Ой, так, давайте опять поменяем. Как мы видим, зря мы времени не потеряли. Это можно посмотреть просто на задний план. И, господи, во что мы превратили это место. Да, господи. Боже мой. Ну, я думаю, что, ребят, на этом уже можно заканчивать. И очень даже неплохо, неплохой этот мод. Лаки-блок. Рандомные вещи. Что может быть лучше? Можно даже сказать, что это мой самый любимый мод. Синий лаки-блок. Кстати, ребят, есть еще множество апгрейдов на этот мод, и все их я буду обозревать. Это где-то хватит на частиток 10. Да. Обозревать я их буду не сразу, но буду. Знаю, что есть еще красный лаки-блок, белый, есть еще камуфляжный, ну и многие другие лаки-блоки. Так что ждите обзор на моем канале. А пока что на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. На этом все. Всем удачи и всем пока. Can't stand love until the sun comes up and the moon goes down. Sweating, but it's alright.